Вечерняя проверка. Скоро будет сейчас вечерняя прогулка. Вечерняя прогулка очень важна. Мне, ребята, добрый вечер. Ну какой вечер? Уже ночь практически. Ой, самое главное, конечно, пробежаться перед сном. Сделать комплекс. Комплекс упражнений, необходимых для хорошего сна. В общем, бегаю вечером до полуночи, где-то минут 20. И все. Ой, потом сплю очень хорошо. И приятно, классно. Бодрячком утром встаешь, блин. Все. Встает, блин, в отличном тонусе. Как в 20 лет. Ой, как в 18, конечно. Главное выдержать вот эти 20 минут. Несмотря на мороз. И так далее. Сделать пробежку и так далее, и элементарное упражнение по боксу. Ну в одной руке телефон, понятно, много тут не напрыгаешь. Задача какая? На пробежку примерно километр все-таки, чтобы был общий диапазон бега. Но еще некоторые, хочу, может, такие философские размышления, да? Лейтенант. Или старший лейтенант воздушных санных войск едет на БТРе летом 80-го года и получает тяжелейшее ранение в голову, теряет глаз. Сзади него, значит, два бойца, еще один офицер. Бойцы, получается, прикрывают этого офицера. Они в бронежилетах, все в тяжелых, или, ну, вроде как в тяжелых. В общем, от бойцов ничего не остается. А вот этот молодой офицер, счастливчик, он остается в живых. И несмотря на это возвращается в свою часть, продолжает службу в Афганистане. То есть у него адреналин, он хочет продолжать, он хочет, как говорится, реализовать себя полностью, как офицер, все это понимаю. Но вот этот офицер уже становится генералом. Зачем-то идет дальше продолжать службу, чтобы быть уже выше, выше, выше на генеральском посту. Еще получает какие-то звезды, идет в МЧС, потом становится одновременно депутатом Государственной Думы, нет, сидит там, заседает или не сидит там. То есть вот это постоянно карабкание вверх по карьерной лестнице и так далее, и так далее. И вот конец. И к чему все это я говорю, что когда вот идет такой, получает тяжелейшее ранение человек, и солдаты, которые его прикрыли, они погибли, то есть они были просто разнесены в дребезги. А по идее, православный человек, он должен подумать, что же произошло в этот момент, почему все эти люди, которые его окружали, не все погибли, он остался в живых. И не пора ли уже задуматься о душе, о Боге, не пойти в церковь, молиться за души вот этих людей. Но нет. Ой, как полагается, видимо, советскому офицеру, человек продолжает служить и карабкаться все вверх, вверх и вверх. Но вот далее, зачем это все, другие ведомства, новые погоны, должности, депутатство,
потом еще возглавляете сразу два мощнейших объединения ветеранских, ветеранов Афганистана. Для чего это? Ну, царствие небесное, как говорится, земля пухом. А нам остается что? Нам остается думать, ребята, думать, обдумывать наш каждый шаг. Если Бог нас где-то милует, то нужно, наверное, молиться за тех людей всю оставшуюся жизнь, которые помогли тебе остаться в живых. Ну вот, сейчас еще прогуляемся минут 15, пробегу, сейчас телефон уберу и выполню тогда задачу как следует. Сейчас подергаюсь. Фу, хорошо, хорошо. Все, ребятки, давайте, спокойной ночи. Может быть, сейчас уже ночью выставлю. Ну, что касается, вчера был вывод войск из Афганистана, да, все знают. Я уже в датах запутался, но, видимо, 35 лет вывода. Никто не поздравлял, кроме ребят, знакомых, пацанов, шурави там позвонили, буквально человек 5. Огромное им спасибо. А так, конечно, никуда я не ходил, ни на какие концерты никуда не ходил. Никто не поздравлял, ничем не награждал, ни военкомат, ничего. Никому ничего не надо, в принципе, да, нормальная обстановка. В принципе, все очень спокойно, все прошло. Без всякой лишней суеты. Все, ребятки, всех обнял. Сейчас будет основная часть тренировки, пацаны. Все, пока-пока. Всем здоровья, ребятки.